Этот проект Михаил представил жюри еще на прошлом АТРе, а в этом году боролся за победу с ним как с лучшим реализованным делом. Молодой человек вместе с учениками валяет из войлока валенки, тапочки, игрушки. Призом победителя станет зарубежная командировка. Среди других лауреатов – разработчик бионического протеза руки, создатель товарно-молочной фирмы, организатор туристических туров для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, в рамках этого же форума проходил еще один конкурс проектов, но уже под эгидой Федерального агентства по делам молодежи. Там эксперты определили 29 победителей, половина из которых – представители нашего края. На гранты победителям было потрачено 4 миллиона рублей. Напомню, в этом году в международном форуме участвовало 1500 человек из 30 стран. Выпускники форума, как правило, успешно реализуют свои проекты и становятся бизнес- или социальными предпринимателями. За 10 лет АТР по праву превратился в один из знаковых событий, с которым ассоциируют Алтайский край.